Разрешение на свидание с сыном получила мать украинского политзаключенного Александра Кольченко. Лариса Кольченко сейчас в Челябинске, недалеко от которого, в колонии номер 6 города Копейск, содержится ее сын. Матери разрешили побыть вместе с Александром трое суток в отеле колонии. Им даже выделили комнату с удобствами. По словам Ларисы Кольченко, длительные свидания разрешены раз в 4 месяца, но увидеть сына она смогла впервые за 9 месяцев. С собой Лариса Кольченко привезла 20-килограммовую передачу.